Всем привет! Сегодня у нас пятница, вечер, закупочный день. Мы сегодня закупаемся на неделю, как обычно, гипермагнит. Так, я хочу лечо, вот что у меня закончилось. Побольше консервированного лечо. О, борщ, солянка. Ну, в общем, дальше будет короткое видео о том, что мы закупаем на неделю. Может, на две. А почем они? А, это розовенькие? Нет. Обычные? По 89? Прикольно. Вот что мы любим. Тофу. Полкило. По 230. Берем. Маловато? Да, маловато. На мангале будем завтра их готовить? Нет. Да. Тогда, шоколад. Тогда надо еще шоколадку купить. А, есть, алло? 8. Я пойду к мясу принесу. Сегодня скидка на авокадо. Ну, 350 рублей его в этом дешево. Давай, одна. Так, одна. Вторая. Давай вторую. Так. Еще одну надо взять. Эту разделаем. Так, одна, вторая, и еще одну надо взять. Так, вон туда. Да, помидоры, чтобы не задавить. Танюшка задумалась. Ты что-то хочешь взять? Думаю. Вообще не знаю. Так. Банана. Ой. Багет кукурузный. Он, правда, не дешевый и маленький, но все равно интересно. Ну давай такой возьмем. Или вот обычный. Вот обычный. Ну, мягкий. Давай возьмем. Возьми маленький. Ты захотела маленький? Возьми маленький. Я кофе как лимонад пью. Мне нужно много растворимого. Я вообще люблю холодный кофе. Сколько здесь всего? 0,5. Ну вот эта пачка пойдет. Завтра будем готовить бананы на мангале. Миндаль. Темный с миндалем. А вот такой не хочешь? С апельсином? Нет. Ну тогда вот этот возьмем. Вот этот соус надо взять. Мы из него делаем очень вкусно. Мы сюда добавляем чеснок, всякие специи и кинзу. Получается шашлычный соус, который мы чаще всего готовим к мяску. Вот это прикольно будет попробовать. Необычно.
Теперь можно и за Лучиком ехать. Он как раз закончит сейчас занятие на теннисе. Так, ну, пиротофан мы вот так положим. Пойдет. А